никаких официальных заявлений со стороны Израиля, поэтому мы эту информацию изучаем, пока считаем преждевременно давать какие-то комментарии, не понимая деталей. Но в любом случае, что бы ни было, мы по-прежнему выступаем за сдержанность сторон и за отказ от каких-либо действий, которые спровоцировать дальнейшую эскалацию. Saya Liviana Charliza. Saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.